ты так рано вернулся. Почему не предупредил? Потому что если бы я предупредил, то я бы себе сюрприз испортил. Где он? Кто? Стыд. Стыд твой где? Нет у тебя его. Ой, зайка, а давай мы с тобой пройдемся на улицу, погуляем, поговорим. Обязательно пойдем погуляем. Только я сейчас кое-кого найду, убью, и мы вместе с тобой труп вынесем, чтобы два раза не бегать. Давай я тебе дам 1000 гривен на спиннинг, и мы этот шкаф не открываем. Бриз. Хорошо, 3000 гривен на эхолот, и мы шкаф не открываем. Бриз. Хорошо, 5000 на 3 дня на рыбалку, и мы шкаф не открываем. Бриз. Ладно, открывай его. Все равно мне денег больше нет. Даю 10000 на палатку под сак и водку. Вот это другой разговор. 5000. Все, я на рыбалку. Отлично. Ну, дорогая, отрабатывать будешь. Слышишь ты? Это его заначка. Мне на шубу. Так что отрабатывать будешь ты.